Итак, фанфары открывают наш парад. И бурными аплодисментами зрители встречают наших творческих, талантливых родителей и их маленьких героев. Аплодисменты, не жалейте своих ладошек. Смотрите, какие замечательные сделали у нас шедевры на колесах. Есть здесь и лошади, есть здесь избушка бабы Ёшки, фильм «Любовь и голуби», «Колобок едет», «Самовар», «Фокус-покус», «Дядюшка Римус» и вся семья выехала. Целая семья пиратов, смотрите, какие у них корабли, скорые помощи. Аплодируем, аплодируем. Такого вы нигде никогда больше не увидите. Рыбинский фестиваль – это ноу-хау. Еще одна семья алых парусов. И еще одна бабка Ёшка со своей избушкой. Аплодисменты нашим замечательным участникам, семьям. Встречаем, встречаем, встречаем. Не стесняемся в аплодисментах. Итак, все у нас выстроились. Здравствуйте, дорогие зрители! Зрители! Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я приветствую я вас, Елена Прекрасная. Вам низкий поклон. И мои замечательные друзья, которые приехали сегодня сюда на волшебном транспорте из кинофильмов и мультфильмов. Мы проводим уже 4-й парад «Колесон», и очень приятно, что этот замечательный праздник стал традицией. Я хочу пригласить сюда на эту сцену Ирину Ивановну Ревякину, идейного вдохновителя и помощника всех наших инициатив. Это председатель городской общественной организации «Женщин». Бурные аплодисменты! Дорогие участники праздника, это особый праздник, который делается своими руками. И то, что вы сегодня увидите, это творчество наших семей, наших мам и, конечно, творчество детей. Поэтому мы хотим, чтобы праздник каждому из вас принес радость. И группа «От мамы к маме» – это самая лучшая, самая организованная, самая интересная группа, которая нас вдохновляет и делает нам такие праздники. Поэтому с праздником вас, с началом лета и всем здоровья,
веселья, ну и счастливых семей. Напоминаю, что мы собрались сегодня здесь, потому что большинство участников на этой площади участники группы «От мамы к маме Рыбинск». Кто участник группы «От мамы маме Рыбинск»? Похлопаем! Мы сила, мы самая замечательная группа, которая объединяет уже больше 32 тысяч участников. И я надеюсь, в следующем году нас будет ну минимум 50. Наша группа была создана в 2010 году, и очень много мероприятий, очень много интересного прошло за это время. Этот парад колясок мы проводим уже 4-й год подряд. И надеюсь, что эта традиция будет продолжаться, и парады колясок будут рыбинские самым традиционным мероприятием. Конечно же, наши участницы очень много готовились, чтобы сделать такие шедевры. И, конечно же, не может обойтись сегодня без призов. Наш партнер парада колясок, компания «Ярославский бройлер», пожалуйста, приглашаю на сцену представителя. Здравствуйте, дорогие папы, мамы, бабушки, дедушки, ребята, которые здесь собрались на этот замечательный праздник. Компания «Ярославский бройлер» выражает вам огромную благодарность за такое семейное счастье. Я еще раз акцентирую, это семейное счастье, это идиллия, которая ежегодно, вот уже 4-й год, благодаря группе «От мамы к маме» проходит. И мы, конечно же, хотим поздравить вас и подарить наши подарки. Компания «Ярославский бройлер» занимается благотворительностью, и вот уже также принимали участие в акции «В белом цветке». Поэтому сегодня хочется просто пожелать мирного неба, счастья, везения, удачи. Итак, а сейчас я хочу пригласить на сцену нашего постоянного партнера, сотрудника госавтоинспекции Дарью Николаеву, которая выбрала своего победителя. Она очень внимательно смотрела, какая же ей колясочка больше всего понравилась. Сейчас она озвучит. Уважаемые мамы, папы, детишечки, очень здорово все, столько у вас фантазии. Мы очень долго не могли определиться с сотрудниками. Но все-таки наше сердце сегодня отдает этот небольшой подарок для безопасности дорожного движения вашего ребенка замечательной бабки Ёшки. Встречаем бабку Ёшку замечательную. Итак, парад колясок на этом завершаем.